Так, молодая гвардия. Сейчас о главном поговорим, то, что я должен, это главное, о чем я хочу сказать сегодня. Итак, молодая гвардия Садовая. Сергей Железов, Саногорск, Акасия. Видите, да? Вот. А это снова он. Вот. Для нас это такая обыденность, вот эти самые. Яблоки. Елена Савельевич, Красноярск. Она же аспирантка. Она моя сотрудница. Ну, я брал свежие довольно фотографии. Мы тут собирали посылочку к ней в Красноярск. Чего-то собрали, видите? Вот. Ну, само собой, еще не удержался, сфотографировал. Но я не могу понять, кто кого украшает. Она сад или сад ее. Почему ее именно? Ну, сейчас поймете, почему. Вот это еще, кажется, это ее рука. Так, полюбовались. Вот. Тут же на это четвертый год заплодоносила груши памяти Яковлева. Вот. Сейчас вот эта тема про неправильные груши. Как заманчиво выйти в сторону. Ладно, чуть позже. Вот. Это сливы. И вот, наконец, вы уже двоих увидели. Сейчас еще двоих покажу. Павел Троценко. Он эти дни был у меня в гостях. Так. Вот. Молод. Это его единственный недостаток. Говорят, что молодость. Единственный недостаток, который с возрастом проходит. И вот его недостаток – это молодость. Он является редактором моих книг. Сейчас покажу. Вот он. И редактор моих книг. Вот. Причем самоучка, но тем не менее отредактировал так, что сейчас надо эти книги размножать уже не 1500 экземпляров, как была первая книга, а нужно было бы 100 000, лучше миллион. Лучше бы это был госзаказ. Вот это вот. Так. Госзаказ. И 1 000 000 экземпляров. И бесплатная раздача по всем школам, включение в программы учебные по биологии, по всем институтам, университетам и всем, сейчас на это тоже деньги направляют, на пополнение фонда библиотек. Вы представляете, что, чем пополнять фонды библиотек? Вот. Я всегда поражаюсь. Когда-то я был в шоке, я слышал про этого самого, про Десада, графа или герцога, вот этого маньяка и садиста, который создал книгу такую, что я бы взял бы все книги, собрал, сделал костер, а его бы живого привязал бы сверху, посадил, вот, как самого страшного человека на планете, да, талантливый изверг. И вот я эту книгу про Десада прочитал, взял ее в центральной библиотеке города Саяногорска. На полке стояла. А я не знал, о чем книга. Десад, 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 десад. Вот. Слово садизм от его произошло от его фамилии. Вот. А сейчас у нас ящики почтовые забиты макулатурой. И никто не читает. А там голосуй за меня, голосуй за меня, голосуй за меня. Вот. А на эту книгу государство никогда не найдется денег. Вот. На макулатуру найдется. В библиотеках, да, на пополнение фонда потратится миллиарды. Это по всей стране. Это принято такое решение. Очень хорошее. Вопрос, кто будет выбирать книги? Чем заполнять? Да? Вот. Ну, а Павел Троценко, это третий уникальный человек. Он же уже садовод. Грамотность необыкновенная. Вот он создал добрую сотню статей из моих вот этих вот вебинаров, переводил все в это, в печатный текст и рассылал по этим самым, по Яндекс.Дзену. Вот огромная
важнейшая работа, но ситуацию мы переломить не сможем. Я ниже покажу почему. Значит, вот эти люди, это третий, это моя молодая гвардия. Вот, и Юлия Матвеева, четвертая я. Она закончила университет, наверное, с отличием, я не спрашивал. Вот. Она тоже занимается садоводством. Но рамки ее – это 0,01% от ее возможностей. Представим себе ее в качестве руководителя. Она не молодеет, нет. Она становится старше, опытнее. Она первая Савинична, вторая. Я почему их выделил из миллиона? Если взять миллион, ну не за один год, за последние годы выпускников агровузов, близких к этому, там еще есть близкие к этому профессии, вот, кто выпускает агрономов, биологов, экологов, их много. Вот. И их всего две, остальным не то, что в голову не придут, мне постоянно кажется, остальные из миллиона им скажут, или вы дурака поедете валять, но вам дадут тяпку, и вы будете, это будет вся ваша учеба где-нибудь в самом каком-нибудь научном учреждении, скорее всего, ГСУ. Вот. Просто остальное время валять дурака. Или Железова научиться, по-настоящему учиться. И стать настоящим садоводом. Только две. А остальные еще, по-моему, максималка не заводит. Доскобилов пытался, несколько раз привозил молодых ученых ко мне. Ну, как я не распевался перед ними. У них так глаза не загорелись. А вот эта четверка, это еще не все. Круг шире. Помните, я здесь фамилию называл? Ну, те ребята чуть постарше. Вот. Это им сразу надо, сразу. Вот. Вот этим людям им сразу нужно давать такую работу, где отдача будет огромная. Я чуть ниже покажу, что такое отдача. Вот. Все эта четверка знает, что такое биополе. А вот тимирязевцы не знают. Они, по-моему, даже не слышали. А если слышали, то как? Ну, какой-нибудь там херней люди занимаются. Они не знают, какую роль играет биополе в жизни людей, в жизни растений. Они не знают ничего. Они не знают, что такое связь между собственным здоровьем, собственным биополем. Потому что если биополе у человека слабо, его нет, это жертва всего. Даже жертва мобильного телефона. Больницы заполнены людьми, наши больницы, по уши. Люди сейчас у нас в Саяногорске занимают, ну, ковид, понятно. Тем не менее, в 6 утра, чтобы хоть попытаться не попасть к терапевту, попытаться попасть, а вдруг, вот. Вот это все, и никто не знает связи даже вот с этого, с этим. Никто, ни вышки, вот, по которым эти самые работают эти связи, мегафоны и прочие билайны, ничего не знают. Даже этого не знают. Излучение компьютера, которое уничтожает биополе. Последствия видят все. Нация все больше болеет и слабеет. Дети, я говорю, вот учителя, это мой круг, сидит несколько учителей. То день учителя, то еще кого-то день рождения. Я поневоле прислушаюсь к этим разговорам. В школу не поступает ни одного здорового ребенка. Никого не, чуть не сказал это, то самое слово. Никого это не волнует. Вот. А это все должно начинаться со школы, само собой, чтобы в институт уже поступали люди, которые определились, чем они будут заниматься. Сегодня стать агрономом, что впереди? Нищета. Самое натуральное. Кому ты нужен? Зарплата, это там, как он называет, не табель о рангах, это самое, табель или как, ты уже все забывать начинаю. Короче, тут агроном, вот, и жалкая зарплатишка. Значит, вся работа по производству агрономов и биологов, она пустая, она никому не нужна. Вот. Ну, есть умные девчата. Привозила ко мне эту самую Лена Александровна. Фактически она привезла. Вот. Вот эту даму, да. Для меня общаться с ними одно удовольствие.
Никакого не было этого. Типа, кто ты такой, и это самое. Учить вздумал. Вот сейчас покажу. Я уже раз показывал. Но я не могу не высказаться. Это очень важно, ребята. Поверьте мне. Это все очень, крайне важно. Крайне. Вот. Вот. Смычка между любительством и наукой. Видите? Но дело в том, что... Что пойдет дальше? Приезжает специалист по грибам. Зав. Лаборатории. Ходим, ходим. Да что ты будешь делать? Нет грибов. Что должно идти за этим? Ведь я же пользуюсь тем, что ко мне приезжает специалист. И теперь я громко говорю. Ребята, тимирязевцы и прочие эти самые. Мичуринский институт и прочие. Эти селекционные московские. Я уже... У них такие названия сложные. Хрен ты это повторишь. Вот. У меня есть основания. Теперь у меня теперь вот. Я не говорю, что она на моей стороне. Она очень аккуратная женщина. Очень аккуратная. Вот. В словах, в выражениях. Молодец, она умница. Вот. Но я использую для того, чтобы сказать. У меня есть свидетель. Грибов не нашли. Два пятнышка. Парши. На двух яблоках, при которые я, железо, ожидая их, готовясь, искал. Я замучился, пока я нашел эти два пятнышка. То есть сад есть. Он молодой, частично искалечен. Я очень много веток беру, даже искалечен. Но нет ран на кольцо и прочее, прочее. И в результате нет грибов. Не надо, я опрыскаю, а их нет. Ничего не делаю, а их нет. То есть... Я придерживаюсь той точки зрения, что стоит только хотя бы не поверить мне, хотя бы как гипотезу. А вдруг я прав, а вдруг железо прав, и тогда все изменится в стране. Вот фотографию как покажу потом, я уже раз показывал. Соседка за забором. Ничего садовщица не понимает. Ну, баллон, и вот с этим самым стоит и пшикает это несчастное дерево, которое ее же родственник изувечил. Да как изувечил? Весь сад погубил. Вот я высказался. Пойдем дальше.